Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 3 на 3, карта Морталис. Играю я за Космодесант. Со мной в команде за Империю Тау играет Кинг Слейер. И за Сестер Битв играет Игоралд. Против нас Инфомен играет за Империю Тау. За Имперскую Гвардию играет Хром. И за темных Эльдаров играет Брайниак. Давайте как смотреть, как все происходило. Ставлю я, естественно, казармы, так как оказался я сбоку, а не по центру. Бегу я строителями застроить турель. При этом не накинул пост. Это моя ошибка. И за мою ошибку наказывает меня Тау. Снимает мою точку. Но я все-таки решил достроить. Он тоже увидел своей невидимкой, что я строю турель. И подключил всех своих строителей на застройку поста. Вот он застроился у меня турель. Начинаю расстреливать строителя. Но урон так слабо проходит. Успевает он уйти. Теряет свою невидимку. Да, минус одна невидимка. Теперь он будет медленно захватывать точку. Хотя бы так. Начинает своим командиром Тау расстреливать мне стационарный болтер. Бежал я своими разведами захватить ключевую точку по центру. Вышел у меня командор, и отгоняю я командира Тау. Теперь уже видите, накинул посты, чтобы не сняли меня. Иду я своим командиром в атаку на базу Тау, Инфомену. Тут вяжу командира Тау, но сюда подходит темный Эльдар своими невидимками, мандрагорами, и начинает разбирать мне командора. Я тут забыл переключить своего командора на воинов огня. Потом заметил, что меня мандрагоры месят тут. Быстро ХП началось отнимать. И Хром тоже подбегает своими гвардейцами, дефать Тау. Сделал я пачку космодесантников, присоединил командора и отхожу пока что назад. Переключаю турель на мандрагоров. Мандрагоры начинают убегать. Сестра сделала сестер битв пачку полную и канонису. Начинает разбираться с имперскими гвардейцами. Я также продолжаю наседать на Тау. Ведь никуда не ухожу. Еще одна пачка космодесантников уже с черепом теперь. И надоели эти мандрагоры просто. Невидимости месяц не дают мне вязать воинов огня. Отхожу я назад. Подсвечиваются мандрагоры. И броняк начинает терять своих мандрагоров. Слишком заигрался он. Видимо, забыл про своих мандрагоров. Также Архон своими инкубами помогает своим мандрагорам. Начинаем расстреливать Архонта. Сестра занимает центр. Отгоняет союзников Тау. Броняк потерял всех своих мандрагоров. Тут Архонт чуть не умер.
Теперь отступает он. Пытается командирским отрядом повязать сестер битв Хром. А я пополняю своих космодесантников. И также продолжаю давить на Таун. Я хотел снести ему пост, чтобы он потом не смог ее застроить. Тау уже в Т2, а я все еще в Т1. Захожу в кавер, чтобы уменьшить урон, наносимый по мне. Продолжаю вязать воинов по мне в ближний бой. Забыл про турель, переключить на строителя. Потерял я своего командора, осталось у меня всего лишь две пачки космодесантников. Веселое сражение получилось, месиво с первой минуты. Шансы не равны, сюда подходит командирский отряд, если командирского отряда не было бы. Но мои союзники подходят, помогают мне, ведь Тау тоже наспамил, и сестра наспамила. У него уже селестянки есть. Я вижу, что мои союзники подходят. Продолжаю вязать. Не ухожу никуда. А так я вообще-то собирался отступать. Увидел всю толпу, что мои союзники сюда тоже подошли. Решил остаться. Специально бегу к своим союзникам поближе, чтобы командирский отряд затянуть под огонь. Удается это мне. Своим разведом, единственным, который выжил, снимаю точки у Тау. Начинаю, расстрелял тут рабочих. Сестра начинает прожигать ему казармы. А темный Эльдар продолжает течиться. Забил на все. Потерял своих мандрагоров, чуть не потерял своего архонта, и все на этом. Успел прокачать инфомен точку. Но я продолжаю стрелять своими космодесантниками. Все еще в Т1, даже в Т2 не перехожу. Я тут даже про пост свой забыл, не застроил. Захватываю точку в Тау. Я писал, что давай лучше Т2 снесем. Я думал, сейчас сюда темный Эльдар придет уже ведьмами, так как давно его не было видно. И инфомен сливается, теряет свою главку и выходит из игры. Не смогли союзники тут прикрыть. Вот он, темный Эльдар, во всей красе, своими ведьмами. ХВТшка у Хрома, две ХВТшки у Хрома. Бегут ведьмы в ближний бой.
отбегаю назад, понимаю, что не смогу я справиться с этими ведьмами. Броня пишет, что не можем выиграть 3 на 2. Ну, надо было спасать своего союзника, а не течиться. Тут я разбираюсь с Архонтом. Броняк забыл про своего Архонта. Наконец-то вышел у меня командор. Вливает темный эльдар. И вливает имперец. Вот такое вот веселое сражение получилось. Мясо на первых минутах. Я успел выйти в Т2 или нет? А вот на половине. Сколько? 59% Т2 только идет на 12 минуте. Давайте смотреть счет. Kingslayer набирает по армии 610, Игоралк набирает 550, я набираю 205 всего, Хром набирает 325, Броняк набирает 175, Инфомен набирает 140. Но я в качестве тут танка выступил. Постоянно вязал, постоянно терял, я не течился, масел. А сестра протечилась до Т2, сделала селестянок, быстро снесли Тау. А Тау, он спамил воинов огня, как и полагается Тау. Kingslayer убито 82, потеряно 24, уничтожено здание 5, потеряно здание 0. Игоралт убито 70, потеряно 26, уничтожено здание 4, потеряно здание 0. У меня убито 22, потеряно 52, уничтожено одно здание, потеряно здание 0. У Хром убито 41, потеряно 92, уничтожено здание 0, потеряно здание 1. Броняк убито 28, потеряно 50, уничтожено здание 0, потеряно здание 3. Инфомен убито 33, потеряно здание 30, потеряно подразделение 32, уничтожено здание 0, потеряно здание 6. Топ-1 по ресурсам занимает Хром, имперец. Я вот думаю, имперцу на вместо ХВТшек, наверное, лучше было сделать хотя бы один Василиск, чтобы раскидать всю эту пехоту. Он сделал ХВТшки, а ХВТшки-то не доставали до всех и там не раскидает он всех. Так, и самый технологичный Хром. Вот такое вот сражение получилось. Да, я там мой косяк. Не закинул пост в начале, начал строить турель. Потом там не достроил, накинул пост, но не достроил одну точку. Что-то про это вообще не заметил. Я думал, достроил. Наверное, по строителям два раза кликнул, и все выделились. И куда-то на другое место побежал. А так я шифтом вроде бы отправлял на застрой этого поста. Вот такое вот сражение, мне не нравятся такие сражения, когда на первых минутах идешь, мясо, сражаешься на говновойско. Вот неинтересно все, скажите. Интересно, когда у тебя есть там супертехника, элитные войска, танки, самолеты, терминаторы. Так намного круче. Потом хоть сражайся целый час. Ну, зато это эпично намного выглядит, чем вот такие вот сражения.
Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем мира и спокойствия, ребят. Пока-пока.